Такая вот дела. Давайте осмотрим со всех сторон. Ну, потертости есть, на ножках потертости, на пластмассе видны. Ну, самое главное, хром недраный. Все это очищаемо. Каких смертельных царапин нет. Шкала не осыпавшаяся. Антенка с наконечником на месте. Так, сзади что-то насамоделено гнездами. Это вроде нормальное питание, гнездо. Ну и грех не заглянуть в святая святых старого приемника, батарейный отсек. Как вы видите, здесь смертельного ничего нет. Батарейки не вытекали, это самое главное. Ну и крышечка батарейного отсека на месте. Радиоприемник имел внутреннюю маркировку АПП-2. Спидола 230-1. Антенка на месте, все в порядке, целая, не разваливается. Включается. Кондеры, похоже, высохли совсем. Стрелочка бегает от упора до упора. Но приема нет. Диапазоны переключаются все, пожалуйста. Приема нет. Даже вот антенну трогаю, тишина. Не забудьте подписаться. Иногда выкладываю что-то интересное. Всего доброго, спасибо за внимание.